Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятова. Здравствуйте и смотрите сегодня. Ремонт дорог, причины пробок и благоустройство. Анатолий Пахомов свой рабочий день сегодня начал в Кудепсте. Заказал за миллион. В Сочи будут судить местного жителя, который организовал убийство соперника. У сочинского цирка новый руководитель. Сегодня его представили прессе. Краснодарский край и Новая Зеландия планируют сотрудничать в сфере сельского хозяйства. Глава Кубани встретился с послом иностранного государства. Вениамин Кондратьев отметил, что сегодня есть несколько направлений, в которых совместная работа будет интересна для обеих сторон. В дальнейшем это позволит кубанскому и новозеландскому бизнесу двигаться по пути взаимодействия, отметил губернатор. 75 лет в этом году исполняется дипломатическим отношениям между Новой Зеландией и Россией. Но я не хотел бы говорить о политике, я бы хотел говорить о экономике, о развитии, о взаимовыгодных отношениях, о партнерстве между Краснодарским краем и бизнесом Новой Зеландии. Я знаю, что Новая Зеландия обладает благодатным климатом, условиями для сельского хозяйства, безусловно. Краснодарский край тоже обладает, можно сказать, похожими климатическими условиями. Конечно, мы также пытаемся сегодня развивать сельское хозяйство, экологически чистую продукцию, сельхозпродукцию, которую мы выращиваем, и которая тоже может быть предметом сегодня экспорта бизнеса нашего края. И мы максимально пытаемся сегодня помочь ему с этой продукцией выйти на внешние рынки. Я думаю, что вот здесь мы можем тоже посмотреть на совместные предприятия и совместно воспользоваться этим опытом и продвигать вместе даже, может быть, совместную продукцию. Конечно же, мы не видим никаких препятствий для того, чтобы развивать практические отношения, торговые отношения между Краснодарским краем и Новой Зеландией. И нет никаких препятствий для того, чтобы позволить бизнесу разговаривать друг с другом напрямую, чтобы они уже сами дальше решали на взаимовыгодных и интересных условиях, в каком направлении им дальше работать совместно. За последние 20 лет это первый визит представителя Новой Зеландии в регион. Иэн Хилл рассказал, что иностранному государству сегодня интересен опыт Кубани в виноделии и туризме. Также отметил посол, их делегация хотела бы узнать, какие возможности сегодня есть у региона в сельском хозяйстве. Новая Зеландия готова поддержать звание Краснодарского края как гаранта продовольственной безопасности страны. В свою очередь, опыт иностранных коллег будет полезен для развития агропромышленного комплекса края. Вы сегодня экспортируете практически 90% своей продукции, она востребована во всем мире. Нам, конечно, необходим этот опыт и те современные технологии инновационные, которые присутствуют в перерабатывающих предприятиях. Возможности реализации непосредственно каких-то объектов уже на территории Краснодарского края, либо совместно с бизнесом, либо новое предприятие. Кубань – один из самых привлекательных регионов в стране для иностранных инвестиций. Только в прошлом году в край было вложено более 1 миллиарда долларов. Почти 1,5 миллиарда рублей направят Красноармейскому району на реализацию госпрограмм. Туда с рабочим визитом приехал губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев посетил ряд небольших производств и пообщался с местными жителями. Некоторые встречи оказались незапланированными. Ручная лепка доведена до автоматизма. Женские руки не хуже конвейера делают пельмени, вареники и чебуреки. Всего 40 наименований продукции. Благодаря традиционным способам приготовления и современным технологиям в небольшом цеху станицы Ивановской получают около 130 тонн полуфабриката в год. Исключительно кубанские производители мясного сырья, также лук, картофель, все местные, местных фермерских хозяйств. Переработка у нас осуществляется на кубанском сырье. Чета Басыниных начинала с домашнего производства. Сейчас на фабрике трудятся 10 человек. Как устроен семейный бизнес, предприниматели показывают губернатору. Вениамин Кондратьев приехал сегодня в Красноармейский район, чтобы пообщаться с людьми, что называется, на земле. В чем залог успеха вот таких семейных предприятий в ручном труде? Они не гонятся за количеством. Для них принципиально важно качество. Качество. И вот самозанятость, о которой мы говорим сегодня, кто-то говорит, а кто-то берет и занимается самозанятостью. Таких же одностаничников собрали здесь. Ну, у нас мастерицы, да, которые на самом деле делают, сами радуются и другим дарят радость. Вкусной, здоровой и полезной пищи.
действительно много не сделаешь такой продукции, но она получается действительно более живой, качество, более домашней. А вот в станице Марьинской пример того, как большие объемы не влияют на качество. На 11 гектарах в теплицах выращивают овощи. Огурцы, помидоры, зелень – все экологически чистое. Здесь даже пыльцу переносят специально запущенные пчелы и шмели. Такое сочетание инноваций, что называется, природного подхода, дает серьезное преимущество на рынке, замечает в разговоре глава региона. Причем не только на внутреннем. Вполне можно замахнуться и на экспорт, а поможет в этом государство в рамках национального проекта. То есть это ваше конкурентное преимущество, чтобы, что у вас нет химических обработок? Да, у нас экокультура. Ну, это уже гарантия того, что может быть, и можно эту продукцию делать и предметом экспорта. То, что еще на сегодня тоже кажется неизбыточным, завтра может быть реальностью. То есть если мы сможем подойти к высокотехнологичным тепличным комплексам, современнейшим, нарастить мощность, безусловно, то экспорт может быть не за горами. Подобные поездки по районам для губернатора – это возможность напрямую узнать, что действительно волнует людей, и проверить, как выполняются данные поручения. С просьбой построить на этом пустыре новый парк к Вениамину Кондратьеву чуть больше недели назад обращалась Татьяна Тимошенко. Уже сейчас на месте расчищают территорию под сквер с детскими площадками и скейт-парком. Проектер устраивает то, что сегодня планируется здесь и посадить, и построить. Конечно, Ильич, очень устраивает. Очень красиво, кстати, все нарисовано, да, ну вы правильно говорите, нарисовано. А мне важно, чтобы это было в жизни очень красиво. Но опять-таки вы парк, грубо говоря, пробили своей инициативностью, своим неравнодушием. Вы его даже не для себя строите. Вы этот парк создадите для своих детей, внуков, последующих поколений. Можно было смотреть вот на этот пустырь и проходить мимо и ругать всех. А можно было взять и сказать, нет, не быть здесь пустырю. Так вот, проконтролируйте теперь, чтобы все-таки то, что вы пробили, где власть вас услышала, реально воплотилось на практике. Да, чтобы очень, на самом деле стало, вот этот рисунок превратился в красивые аллеи, в спортивные площадки, когда детвора своим детским смехом, шумом наполнит этот сквер. Выезды в станицы и города – всегда легкий стресс для службы протокола губернатора. Так получилось и в этот раз. Вениамин Кондратьев изменил запланированный маршрут и остановился, чтобы пообщаться с местными жителями. Садика не хватает. Вот ребенок в 3-6 ребенок пошел в садик. У нас проблема есть. Мы что-то говорим, что здесь, вот я говорил, будем закладывать детский сад. В любом случае Краснодар будет расширяться. Всегда пригород любого столичного города, любого, он начинает активно жить даже своей жизнью, потому что город рядом, и человек хочет жить еще и за городом, потому что свежий воздух, инфраструктура, по крайней мере, нету шума этого городского, кому-то он нравится, кому-то нет. Поэтому, безусловно, мы должны бежать, даже не идти, а бежать в развитии пригорода. А Марьинская, она является в том числе и очень таким активным центром развития. Поэтому сегодня нету кричащей очереди в детский сад и кричащей в школу. Завтра будет. Не послезавтра, а завтра. Поэтому давайте прям немедленно подойдем к этому вопросу, к решению его. С местом и для детского сада, и с местом для школы. Близость Красноармейского района к Краснодару как одно из преимуществ для развития. О перспективах этой территории глава региона говорил уже в станичном доме культуры. Туда пришли почти 500 местных жителей. Вопросы чаще всего касались сельского хозяйства. Доля агропромышленного комплекса в экономике района достигает 40%. Я имею подсобное личное хозяйство. У меня коровы, лошади, овцы, куры, утки, гуси. В общем, все есть. Ну а также я хотела вам задать вопрос, можно ли иметь в подсобном хозяйстве и свиней? Вы прекрасно помните, что до 2015 года, можно смело говорить, до 2015 года у нас вообще был запрет на содержание свиней не только в личных подсобных хозяйствах, просто дома. В 2015 году, если помните, своим постановлением этот запрет отменил на личные подсобные. То есть можно, но там есть ограничения. То есть до 5, да, по-моему? Да, до 5 голов. Голов можно держать и дома, и в личных подсобных хозяйствах. А вот больше и больше, безусловно, это должна быть специализированная уже организация, то есть ферма. По многим направлениям для тех, кто хочет заняться собственным делом, существуют программы господдержки. От агропрома до предпринимательства. Только на сельское хозяйство в общей сложности в крае выделено 7 миллиардов рублей. Серьезное финансирование предусмотрено и на развитие промышленности на местах.
Фонд развития промышленности у нас его никогда не было. По инициативе, по решению губернатора Вениновича мы его создали. Сегодня он больше 1 000 000 000 рублей. Сегодня он за почти год своей работы уже находится на 6-м месте по активности среди всех фондов в России. Там, извините меня, можно до 100 миллионов рублей получить под модернизацию своего или под созданием промышленного предприятия до 100 миллионов рублей под 5% годовых. Много программ, которые сегодня позволяют максимально селянину развиваться. Самозанятость, о чем я и говорю. Ну, нету больших предприятий, нету колхозов. Что тебе нужно было, опустить руки? Не опустили. Пошли в этом направлении. Программы поддержки. Да назовите, что еще нужно, если этого недостаточно. Если описать экономическую ситуацию в Красноармейском районе одним словом, то она стабильная. Правда, за рамки этой стабильности муниципалитет не выходит уже 3 года. В бюджете есть деньги для решения текущих вопросов, но существующие реалии требуют для дальнейшего развития мощного рывка. За последние 2 года район, по большому счету, не отступил ни на шаг от позиции, которую занял, но и прорыва, по большому счету, тоже нет. Доходы консолидированного бюджета муниципалитета за первое полугодие дали прирост. Прирост, это, наверное, минимальный, всего 5%. Но я считаю, что для вашего района это совсем не прирост. Если говорить по-честному, 5% прироста – это, по сути дела, деньги на текущие расходы, на жизнь, но не на развитие. В общем рейтинге социально-экономического развития Красноармейский район занимает 33-е место. При этом по отдельным позициям муниципалитет держится в лидерах. Например, здесь насчитывается почти 35 тысяч личных подсобных хозяйств. Это один из лучших показателей в регионе. Индексация пенсий работающих пенсионеров, новая строчка в платежках и сколько букетов можно взять с собой в самолет. Что изменилось в жизни россиян с 1 августа, рассказали «Известия». Мы выбрали самое интересное. С 1 августа в России впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров. Перерасчет выплат будет проводиться автоматически. Никаких заявлений для этого не нужно. Однако претендовать на изменение размеров выплат смогут только те пенсионеры, чьи работодатели в 2018 году выплачивали за них пенсионные и страховые взносы. В пенсионном фонде уже предупредили, что в августе выплаты увеличатся не больше, чем на 244 рубля. В платежках за жилищно-коммунальные услуги появится новая строка. С 4 августа в силу вступает закон о добровольном страховании жилья на случай чрезвычайных ситуаций. Пока новая норма будет действовать в тестовом режиме в 7 пилотных регионах. В Санкт-Петербурге, а также Ленинградской, Московской, Свердловской, Тверской, Новосибирской и Тюменской областях. С 19 августа в России законодательство, которое касается в том числе правил провоза в багаже цветовых фруктов, приведут в соответствие с нормами, которые уже действуют на практике. В соответствии с постановлением правительства, для цветов, не имеющих фитосанитарных сертификатов, эта цифра составляет не больше 3 букетов. Для фруктов и овощей действует ограничение в 5 килограммов. Кроме того, с конца лета в России вводится ответственность за так называемое зарплатное рабство. Сам закон, по которому сотрудники имеют право выбирать, на какой счет им будет начисляться зарплата, действует еще с 2014 года, и по нему работодатель в этой ситуации не имеет права отказать сотруднику. Однако до сих пор не была прописана ответственность для нарушителей. Сейчас для должностных лиц штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей, для юридических лиц от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. С другой стороны, теперь сотрудники должны сообщать о желании сменить банк, на карту которого переводится зарплата, как минимум за 15 дней. С 6 августа в силу вступают поправки в административные и уголовные кодексы, которые предусматривают ответственность за попытки помешать работе медиков. Это штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Не забыли и проводителей, которые отказываются пропускать машины скорой помощи. Им будет грозить штраф до 5 тысяч рублей или лишение прав на срок до 1 года. Если же в результате этих действий, неважно в какой форме человек пытался помешать работе медика, был нанесен серьезный урон здоровью пациента, то речь будет идти об уголовной ответственности. А это уже до 2 лет лишения свободы. В случае смерти пациента срок может увеличиться до 4 лет, в том числе, если речь идет о водителе, не пропустившем скорую. А желающим оформить ипотечные каникулы с конца лета больше не нужно будет платить государственную пошлину за то, чтобы внести изменения в единый государственный реестр недвижимости. Это предполагает процедура оформления каникул. Правда, экономия будет небольшой, сейчас эта пошлина составляет 200 рублей. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы.
2 августа в Сочи переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью плюс 21-23, днем 24-26 градусов выше нуля. Температура морской воды плюс 25. В Сочи перед судом предстанет 36-летний местный житель. Он решил организовать убийство нового ухажера своей бывшей жены. О намерениях рассказал своему знакомому и предложил за совершение преступления 1 миллион рублей. Приятель согласился, но сообщил в полицию. Дальнейшая деятельность обвиняемого проходила под контролем оперативных сотрудников. Он передал исполнителю фото предполагаемой жертвы, а также адреса, по которым тот может находиться. Позже заказчику убийства исполнитель передал подтверждающие материалы о якобы совершенном убийстве. После передачи денег мужчина был задержан. Следствием собрано достаточно доказательств. Уголовное дело направлено в суд. Сочинские полицейские выявили факт незаконного оборота наркотиков. На посту Магри сотрудники полка ДПС для проверки документов остановили автомобиль. Полицейские обратили внимание на мужчину, находившегося в салоне в качестве пассажира. 28-летний приезжий из ближнего зарубежья заметно нервничал. В ходе досмотра под передним сиденьем был обнаружен сверток с веществом светло-серого цвета. Кроме того, в моторном отсеке автомобиля обнаружена изъята коробка, в которой находились полимерные пакеты с различными кристаллическими и порошкообразными веществами. Установлено, что все они являются наркотическими средствами синтетического происхождения. Общая масса около 150 граммов. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Ремонт дорог, причины пробок и благоустройство. Анатолий Пахомов свой рабочий день сегодня начал в Хостинском районе. Он оценил санитарное состояние Кудепсты и темпы реализации национального проекта. А также своими глазами увидел, кто в поселке создает помехи для движения, создавая на дорогах заторы. Все подробности в нашем сюжете. Безопасные и качественные дороги Кудепсты сегодня стали именно такими. Улицы Искры и Дарвина ремонтируют в рамках нацпроекта. Асфальт уже уложили, осталось установить знаки и нанести разметку. Также в планах ремонт съездов ко дворам. Обещают закончить до 7 августа. Все дороги, включая и в поселке Кудепста, проходили через общественные слушания, где приглашались люди. И они на общественных слушаниях выражали свое мнение. Также неоднократные письма были от жителей с просьбой отремонтировать улицы. Дороги стали идеально ровными, но пробка на так называемом «пятачке» в разгар сезона все равно собирается. Разгрузить улицу помогают казаки. Дежурят на пешеходных переходах. Проехать было невозможно оттуда. Сейчас более или менее нормально. Стараемся. Просто работаете. И больше, я еще раз говорю, больше пешеходов сдерживайте, больше пропускайте транспорта. А вот и еще одна причина затора. Фура привезла в магазин продукты и припарковалась прямо на проезжей части. Анатолий Пахомов напоминает, на часах 10 утра, а разгружать товар в Сочи рекомендовано только ночью. Берите сейчас машину и больше этого не делайте. Дайте команду, чтобы поезжала сюда. Разгрузки, а тем более на проезжей части, не должно быть никогда. Разгрузки на проезжей части не осуществляют. Машина заезжает... Вы посмотрите, посмотрите внимательно, выйдите сейчас сюда. В Сочи уже несколько лет назад принято совместное с предпринимателями решение привозить продукцию в магазины и кафе с 12 ночи до 6 утра, чтобы не создавать пробок. Не должны об этом забывать и водители личных авто, которые вот так паркуют свои машины. А вот такие захламленные дворы могут привести к настоящей трагедии. Частный дом по улице Искры завален мусором и стройматериалами, что может стать причиной пожара. Государство вкладывает деньги на создание благоприятных условий. То, что положено власти сделать, мы обязательно сделаем. Но то, что во дворах нужно навести порядок, это надо заставить, надо штрафовать, надо применять меры. Поэтому я дал главе района поручение вместе с участковым, вместе с Госпошнадзором, вместе с нашим управлением административным пройти буквально по всем домам. Там, где не соблюдаются санитарные нормы, там, где не выполняются санитарные требования, сделать предписание, предупредить людей. Ну а следующий шаг – административные штрафы. Как выполнены поручения, Анатолий Пахомов проверит через 2 недели. Также сегодня мэр оценил, как к учебному году готовится 18-я школа. В этом году ей хорошо помогли сочинские единороссы. Шефы-меценаты потратили порядка 1 000 000 рублей на текущий ремонт. Татьяна Говоркова, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.
265 нелегальных торговых точек обнаружили в Сочи. Все они размещены во дворах частных домов вблизи пляжей. Усилить борьбу с незаконным предпринимательством еще в начале лета поручил глава Сочи. Чаще всего на землях под ИЖС или вообще во дворах частных домов устраивают торговую точку или столовую. Нет никаких разрешительных документов, не соблюдены меры безопасности. Администрация города организовала мониторинговые группы по выявлению такого незаконного предпринимательства. Это группы, в составе которых в обязательном порядке сотрудник полиции, участковый, который имеет право заходить во двор. Вот. Дальше идет представитель водоканала, Кубанинерго. И, значит, первая задача, которая стоит, это там, где идет незаконное потребление электроэнергии, там, где идет незаконное потребление воды, это отключить. Проведено 11 рейдов. Только в Дагомысе, в районах Имеретинской долины и Чкаловского микрорайона выявлено 265 нарушений. В 161 случае ситуация, требующая срочного вмешательства. 161 объект – это только с нарушениями, где мы видим нарушение, визуальное нарушение. Пожароопасность – это мангалы стоят, которые приближены к постройкам. Это мы все знаем. Это вопросы, связанные с подачей электроэнергии, как она там подана. Это вопросы, связанные с водоканалом. То есть это все 161 объект подлежат угроза, по сути, завтрашнего пожара. В прошлом году нелегальная шашлычная в частном Адлерском дворе стала причиной трагедии. Сгорел дом, погибли люди. Это слишком дорогой урок для всех, кто несет ответственность за безопасность туристов, отметил глава города. Анатолий Пахомов потребовал, чтобы в рейды активно включались все без исключения контролирующие органы. Как правило, нарушения в таких торговых точках бывает не одно. Акты о нецелевом использовании земли также поступают в Росреестр. Если владелец бизнеса хочет продолжать его на законных основаниях, необходимо сначала изменить назначение земельного участка. В Сочи пенсионеры освобождены от земельного налога на ИЖС. А по факту получается, что на участке пенсионера вырастает столовая. Проверки продолжаются, отметили на заседании во всех районах курорта. Елена Овсецина, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. На ковер к мэру пригласили недобросовестных бизнесменов Сочи. За последние 3 года на курорте было выявлено около 2500 нарушителей трудового и налогового законодательства среди предпринимателей. О том, какие из нарушений встречаются чаще всего и по каким причинам это происходит, обсудили на заседании городской межведомственной комиссии по охране труда. За 3 года городская межведомственная комиссия по охране труда проверила более 5000 сочинских организаций и предпринимателей. Как оказалось, почти половина из них не до конца соблюдали трудовое и налоговое законодательство. В частности, не оформляли своих сотрудников официально. А ведь законом за незаключение трудового договора предусматриваются штрафы до 100 тысяч рублей. Третий год мы активно работаем с предпринимателями, которых мотивируем к тому, что вам необходимо выполнять законы Российской Федерации. Что уже 2400 хозяйствующих субъектов, 2400 прошли и оштрафованы. Ну сколько еще нужно рассказывать, что есть закон, его надо исполнять. А не исполнил, надо наказывать. Анатолий Пахомов также напомнил, что по закону работодатель обязан оформить с работником трудовой договор в письменной форме не позднее 3 рабочих дней со дня фактического допуска к работе. К тому же у работодателя есть целых 10 дней, чтобы получить на сотрудника регистрационный номер в фонде социального страхования. Иначе предпринимателю грозит штраф от 5000. Напомнили бизнесменам и об обязанности пользоваться кассами. С 1 июля 2019 года вы обязаны применять контрольно-кассовую технику, либо принять все меры, так прямо прописано постановление, для того, чтобы исполнить это, скажем так, нормативно-правовой акт. То есть до 1 июля вы должны были заключить с любым центром, продающим контрольно-кассовую технику, договор. Но если вам придет оперотдел налоговой инспекции, то вас оштрафуют на всю сумму вашей выручки. В Сочи по инициативе администрации города работает Центр поддержки предпринимательства. Находится он в здании торгово-промышленной палаты на Кубанской, 15. Там абсолютно бесплатно любой желающий может получить консультацию по всем вопросам, связанным с ведением бизнеса. Назначен новый директор сочинского цирка. Им стала Наталья Шульга. Сегодня нового руководителя официально представили сотрудникам и журналистам.
Наталья Шульга родилась в Сочи в 1970 году. По специальности она дипломированный филолог и юрист. Ранее Наталья Шульга руководила цирками в Курске и Ярославле, а также занимала должность финансового директора ростовского цирка. Шульга в том числе занималась социальными программами и проектами государственной российской цирковой компании, благодаря чему в 2011 году Росгосцирк стал лауреатом премии Всероссийского фестиваля социальных программ содействия, проводимого правительством страны. Я очень рада, что нынешнее руководство поддерживает все социальные проекты, которые и мной были инициированы, которые существуют вообще в компании «Росгосцирк». И есть такое, ну, как бы понимание между руководством и как бы дирекцией цирка сочинского о том, чтобы сделать ту же модель, которая была в Ярославле, только уже более инновационную. Вот, поэтому я думаю, что все, о чем мы с вами говорили, и все, что вы видели в Ярославле, будет присутствовать и в сочинском цирке, и даже больше. Спасибо. В Сочи открылся международный джазовый фестиваль. 10-й год подряд его проводит народный артист России, президент Сочи джаз-фестиваль Игорь Бутман. Сегодня на пресс-конференции он рассказал о том, кого из мировых звезд пригласил на этот раз. Сочи во власти джаза будет 4 дня. Открытие фестиваля началось шествием от Сума до площади Флага. Там 1, 2 и 3 августа пройдут бесплатные концерты. Также концерты состоятся в Зимнем театре и в фестивальном. Хедлайнерами юбилейного фестиваля стали трио американской вокалистки Джейн Монхайт, певец, гитарист и композитор Алан Харрис и его бенд, а также государственный джаз-оркестр Армении. Все, что мы делаем, мы хотим видеть радостные лица людей, улыбки, их переживания, их эмоции, но эмоции, которые идут от чего-то талантливого и глубокого, которое навсегда. Поэтому, конечно, мы не можем быть вне политики, но мы с той стороны политики, которая объединяет людей. Джаз любят все. И когда на улицах города слышен джаз, сразу же город праздник. И я уверен, что эти 4 дня будут действительно джазовым праздником. И каждый гость нашего города, и наши жители города смогут снова окунуться в эту самую интересную историю. Джазовый фестиваль в Сочи стартовал в 2010 году в рамках культурной олимпиады. Тогда город готовился к зимним Олимпийским играм. С тех пор фестиваль стал не только одним из самых значимых событий в культурной жизни города, но и входит в десятку лучших джазовых фестивалей страны и составил серьезную конкуренцию зарубежным. За 10 лет его посетили более 40 тысяч зрителей. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в YouTube «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17.